Всем привет! Начинается наш новый пресс-урок. Сегодня мы придем в букву П и Р. И давайте же скорее начнем их плести. Итак, сегодня для буквы П и Р нам понадобится 28 синих. Но 28 синих это только на букву П или на букву Р. Потому что буква П и Р плетется одинаково. Если вы же хотите две буквы, то получается вам понадобится 56 резинок. И вот так П берется, если вы хотите букву вот П, вот буква П. А если буква Р, это берется буква П и вот так вот загинается. Получается, я сначала сплету букву П, и затем из буквы П я превращу ее в букву Р. И давайте же начнем. Убираем комментарии, вот эти вот штуки, вот нам уже пишут привет, всем привет, Полина пишет привет, передай мне привет, пишет Данил Иванов, передай привет, кто пишет, Анубис пишет, меня обидела Оля, чем она тебя могла обидеть, рассказывай, я ее наругаю, передай привет, пишет Данил Иванов, я уже передала привет. Привет, помнишь меня, пишет Ляшка, Милашка, я всех помню, так что... И вот я снова здесь, не знаю, почему я вышла. И вот мы пока что с вами должны были сделать, но это вы не заметили, потому что я не заметила, что у меня остановилось видео, поэтому вот так. Нам пишут, Полина, спаси! Раз, два, три. Мы уже сделали с вами три пары. Получается, раз, два и три. Видишь, на три оборота и затем на две, на две, на две. Что нам пишет? О, пошло, пишет Данил. Ясно. Переплети, пишет Данил Иванов. Тут легко все, так что можно не переплетать. А как ты думаешь, кто я? Анубис, ты Влад. А Верунка, Краснощекова, пишет привет. Привет. Пишет Оля, не ответила на мой комментарий. Я уже отвечала тебе, или я уже вышла, наверное, из офлайна. Ой, из онлайна, точнее. То, что Оля не может на все комментарии отвечать, так что не обижайтесь, если мы не ответили на ваши комментарии. Что нам еще тут пишут? Приветики, пишет Няшка Милашка. Привет. А, я успела, ура, пишет Супергерл. Круто. Привет, я только пришла. Привет. Кто-то спрашивает, ты жила в Украине? Нет. А, я тоже, пишет Верунка Краснощекова. Класс моя буква имени, пишет Полина. Моя тоже. Раз, два, три, четыре, пять. И так еще делаем, если 13 минус 5, это будет 8. Что пишут? А ты где живешь? Я живу в Чили, Сантьяго. Спасибо за сигнал, пишет Деляшка-Милашка. Не за что. Как ты думаешь, какая моя фамилия? Я точно не помню, то ты уже писал много раз нам на трансляции. Дальше. Что нам еще пишут? А можешь передать привет Оле? Оля, привет. Привет, пишет Жала Микеро. Привет. Ты няш, спасибо. Мама мне подарила резинки и наушники. А, я точно помню, что у тебя должен быть скоро день рождения, или уже день наступил. Круто, это очень клево, что наушники и резинки, это прикольно. Поздравляю. Что нам еще? Мы наконец-то встретились, пишет Снежана Микирова. Наконец. Сделай мне сигну, пишет Данил Иванов. К сожалению, я не могу сейчас уже делать сигны, потому что сейчас уже мало претендентов, кто хочет сигны, потому что у нас собралось много человек, и потом
как собралось много человек у нас, а потом мы сделали им сигны. Получается, уже никому не нужно сигны. Я всего лишь знаю двое человек, которые хотят. Это ты и еще кто-то. И поэтому я не могу. Когда соберется много людей, тогда мы сделаем еще одну партию сигн. Скажи кукареку только честно. Кукареку. Завтра мне будет 12, пишет Анубис. Поздравляем, с днем рождения. Знаешь породу собак и шишки турец? Конечно, я всех пород собак знаю. Я же так люблю собак, так что я знаю все породы. Ну, практически все породы. Вы все буквы будете плести, да? Наверное. Сегодня я сплела лису, круто. Привет, так поздно, видео у нас 23:22, я уже спать хотела. Завтра к 7:00 в лагерь, но так хочу посмотреть. Извини, что сегодня так поздно, у нас просто выходной. Я вообще проспала, и потом... В лагерь в 7:00, как-то рано. Ну, обычно так вроде бы рано и нельзя. Я как-то была здесь, в лагере в Чилийском. Мы уезжали как-то в обед. Но потом приехали вечером, потом утром уже были в лагере. Вы хорошие, пишет Верунка. Почему не включаю чат? Спасибо. Паша, я просто в этот момент был у бабушки, а у нее нет интернета. Это, да, я знаю, что у бабушек никогда нет интернета, поэтому многие сейчас в гостях у бабушек, и поэтому сейчас некоторые не сидят здесь в интернете, но это наоборот хорошо, что бабушек, это хорошо, что можно навести бабушек. А вы ВКонтакте, да, добавлены? Ну, мы есть ВКонтакте. Я Полина Качаева, Оля, Оля Качаева. Ну, пойдет. Настя, и у меня. Наверное, у вас тоже лаги. Моя фамилия Корольчук, пишет Анубис. Ясно. А зачем ты так петельки тянешь? Не знаю. Просто, чтобы посмотреть и посчитать. Я обычно просто беру и так считаю, так удобнее. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ой, я закрыла вам экран. И теперь скидываем на одну резинку и делаем узелок. Я порвала резинку. Вылетает Полина, порвала резинку. Ладно. Какая твоя любимая порода собак? Мне нравятся мопсы с длинными ушами, точно не помню, как их порода. Также мне нравятся умные лабрадоры, йоркширские терьеры. Также нравятся таксы, пуделя и все такое. Вообще мне нравятся все породы. Кто-то пишет... Что нам еще пишет? Даже не знаю, что сказать. Как вы давно начали плести? Ну, год назад недавно был. Настя, привет, пишет. Няшка-милашка пишет, Настя, привет. Данила пишет, хватит болтать. Почему? Ой, почему я скинула вино? Надо на одну. И привет, пишет Няшка-милашка, отвечает Настя. Так мило, что вы тоже переписываетесь между собой. А ВКонтакте вы добавляете? К сожалению, мы не можем всех добавлять ВКонтакте, потому что когда мы начали всех добавлять, началось много переписок и много друзей стали добавляться, поэтому мы не можем вам всем ответить, к сожалению. Но вы можете нам написать личное сообщение. Или же зайти в группу ВКонтакте и тоже написать. Лети, Полина, это все-таки урок. Ну, вообще-то я плету одновременно и говорю. Когда у тебя день рождения? У меня 11 марта уже было, и мне исполнилось 12 лет. У меня собака Джек Рассел. Это, наверное, такие огромненькие собачки такие. Ну, не очень огромные, но все равно большие. Я так думаю. У меня дома живет Йорк. Ее зовут Молли. О, как мило. Какое милое имя вообще.
я уже закончил, доплел. Вот буква П. И вот так будет креститься буква П. А для тех, кто хочет букву Э, просто заводим вот сюда крючок, где-то вот здесь. И захватываем резиночку и протаскиваем. Точнее, это маленький медведь маска. Тогда я не знаю, я думала, что эти собаки большие. Значит, я не все породы собак знаю. Надо где-то вот здесь захватить, чтобы было побольше. Маленькая дырка, надо еще больше. Подождите 5 секунд. Просто я не могу найти подходящее место для моей резинки. К примеру, вот это. Вот это вот клевое место. Более-менее. Просто вот сюда возьмем. Затем вот здесь так просунем. Протянем. Засунем. Получается R, P, R. Вот так. Так вот это R получилось намного больше, из-за того, что резинки эти тонкие, а эти толстые. Что еще пишут? Кстати, хочу вас предупредить, что у нас с Олей новый канал есть, так что подписывайтесь. Он называется Крафт Качай. Мы там будем делать поделки. Еще нам пишут, вы будете плести фигурки 3D онлайн? Это очень сложно плести 3D в онлайн, это просто, это очень тяжело, просто это надо все запомнить, и все это как в одну кучу. И еще будут писать комментарии, спрашивать, и это будет еще тяжелее и еще дольше. К примеру, в офлайн. В онлайн урок это... Это будет плестись примерно час, а в онлайн уроках это будет плестись примерно 4 часа. Просто пока ты это объяснишь, пока ты ответишь, и вообще это нереально, мне кажется. Кто-то пишет, я уже подписался на Крафт-Качай. Я подписалась, да, я знаю, я подписалась, ну да. Да уж. Кто-то пишет, я на новый канал, пока. Анубис пишет, Поле, будь хорошей, подпишись на мой канал. Я, к сожалению, не могу на все каналы подписываться, потому что я уже на многие так подписана. И не знаю, мне потому что еще делать нечего. Я сижу, плету, времени вообще нет. У меня вообще, знаете, какое расписание дома? Встать, поесть. Лечь спать, все. Это мое расписание на каждый день. Так что, извини, но не могу, но я могу обязательно посмотреть твои видео. Я обязательно их посмотрю. Какая порода котика тебе нравится? Пишет Дашка-няшка. Ну, мне нравятся разные породы кошек. Мне нравятся лысые, сфинксы. Мне нравятся сиамские, мне нравятся рыжие котики такие. И мне нравятся еще трехцветные кошки. Это когда черный, белый и рыжий. Что еще пишет? Полина, когда ты делала военную девочку, ты всегда смотрела в монитор, сделала и 3D также. Ну, я не знаю, все-таки я уже... Это сложно делать, говорю уже, 3D фигурки лучше. Я даже не знаю, как это сделать, мы просто не с Олей так плетем, поэтому даже не знаю. Я первый подписался на Крафт-Качай, пишет Данила Милов, ясно. Моя Мони тебя любит, она стала на ноутбуке, смотрит тебя, Мони, моя собака. О, как мило! Я обожаю собак. Ладно, пока, пишет Супергерл. Ладно, пока.
И я, наверное, сейчас тоже буду скоро прощаться, потому что я сижу и болтаю с вами. Еще уделю одну минуту. Оля, в каком ты классе? Спрашивает Анастасия Подгорская. Я в 8 классе. Ты любишь сфинксов? Да. Оля, трансляция. Я запишу ссылку на мой канал. Можешь и мой канал посмотреть, сказать, как тебе твое мнение. Для меня это очень важно. Хорошо. Привет, я только пришла. Ладно. Ой, ладно. Извини, я просто читаю чужие комментарии, и как-то у меня все смешано. Кто это написал? А, привет, я только пришла, пишет Елена Будникова. Елена Будникова, привет! И что я говорю? Ну ладно. Не уходи, Оля, вообще не болтала с нами. Нет, параллельно 5 минут, поболтай с нами. Ну, я не знаю. А сколько лет пошла в школу? Где-то лет в 7. И я не могу с вами долго болтать, потому что мне надо идти. И мы уже с вами сплели буквы, и давайте прощаться. На сегодня это все. Мы сплели с вами буквы Р, П, и Р, и П. И давайте прощаться. На сегодня это все. Пока, до новых встреч!